Сегодня вы услышите не только фортепианную музыку. Сейчас перед вами выступит наша выпускница Юлия Косаченко. Юлия сейчас является учащейся под педагогикой курсов Братского музыкального училища. Здесь во дворце ее педагогом была Людмила Михайловна Шубина. А сейчас Юлия учится у замечательного педагога, прекрасной пианистки, заслуженного работника культуры Российской Федерации Эльмиры Степановны Кузнецовой. Нужно сказать, что в свое время, будучи студенткой Братского музыкального училища, Людмила Михайловна тоже училась у Эльмиры Степановны. Вот такие традиции мы продолжаем. Итак, Шопен ноктюрн фа минор исполняет Юлия Косаченко. Thank you.
Альт. Альт является одним из самых старых, старинных струнных инструментов. В переход от виолы к скрипкам. Появился альт примерно в 15-16 веке. По размерам альт немного больше скрипки, и звук его немного ниже. И когда вы сейчас услышите вот этот густой, матовый, бархатный звук, который, вот, мне кажется, он просто завораживает и обволакивает вам какой-то своей нежностью. Как сольный инструмент альт используется достаточно редко, но благодаря нашему современнику, прекрасному скрипачу и альтисту Юрию Башмету, исполнение на альте поднялось на небывалую высоту. Прекрасными, замечательными альтистами также были Никола Паганини и Давид Ойстрах. Никто никогда с детства не учится играть на альте. На альт обычно переходят после того, как научились играть на скрипке, люди, скажем так, с более сильными руками, с большой растяжкой пальцев левой руки, с широкой вибрацией, потому что альт крупнее, больше по скрипке, и нужна для того, чтобы играть на альте, нужна сила, достаточно физическая. Именно так поступила выпускница наша, Большишапова Людмила. Научившись играть на скрипке у Натальи Александровны Игнатенко, она сейчас является студенткой второго курса Братского музыкального училища по классу скрипача и альтиста Сергея Недаймоды. Андрея. В исполнении Большишаповой Люды вы услышите пробуждение композитора Габриэля Фаре, концертмейстер Андрей Московцев.
нами выступит наш выпускник Андрей Московцев. Андрей является неоднократным участником, лауреатом, призером многих городских, региональных, всероссийских конкурсов. Педагогом Андрея на дворце была Татьяна Николаевна Косаченко. Сейчас он учится в Братском музыкальном училище, студент первого курса по классу педагога Эльвиры Степановны Кузнецовой. Рахманинов. Этюд «Картина». Thank you.
басист, «Блюз любви», исполняет Андрей Москов. Thank you.
Все люди казались мудрыми и добрыми. Каждый день обещал волнующее открытие. В сугробах можно было рыть норы, а под елкой сбывались самые заветные мечты. И каждый год мы пытаемся хотя бы на минуту поймать это невероятное ощущение. Лихорадочно закупаем подарки, тратим астрономические суммы на колокольчики, игрушки, пряники, миллиарды свечей, километры гирлянд, полных воин. Мы хотим хоть ненадолго вернуться в детство, в это ощущение бесконечного и полного счастья. Сейчас вы услышите мелодию чешского композитора Карла Слободы из кинофильма «Три орешка для Золушки». Если вы помните этот фильм, у Золушки было три орешка, и каждый орешек исполнял ее заветное желание. Мы от души желаем всем вам, чтобы у каждого из вас было и 3, и 5, и 10, ровно столько орешков, сколько у вас есть желаний, и чтобы ваши желания все сбылись. Карл Слобода. Мелодия из кинофильма «Три орешка для Золушки» исполняет ансамбль «Скрипачи». Организатору имени
инициатору, идейному вдохновителю этих рождественских концертов Наталье Александровне Иваденко. Наверное, вот такой концерт, который сегодня случился, это и есть то самое маленькое чудо, которое мы должны замечать и видеть в нашей жизни. А я, конечно, благодарю судьбу за то, что мне пришлось работать с моими замечательными учениками, ныне выпускниками и нынешними учениками. Все вы очень интересные ребята в нашем замечательном коллективе, кстати. Это только, наверное, возможно. И хочется пожелать всем нашим ребятам, чтобы они пронесли, прежде всего, любовь к музыке, любовь к прекрасному через всю свою жизнь, чтобы это помогало им на их жизненном пути. И сейчас мы хотим пожелать вам в преддверии старого Нового года отличного нового високосного 2016 года. Итак, Абба, Happy New Year! Желаю вам всего самого доброго. Наш концерт окончен. Всем спасибо.